Հայ-ռուսական հարաբերությունները վատացել են Ռուսաստանում չափազանց վատ մտնոլորտ է հայերի հետ կապված, և ես շատ մտահոգված եմ, որ Հայաստանում գտնվող մի քանի պաշտոնյաների պատճառով կարող է անվերադարձ փչանալ հայ-ռուսական հարաբերությունները, որը ուղիղ ազդեցություն կարող է ունենալ այստեղ գտնվող հայերի նկատմամբ, անդրադառնալով առկա իրավիճակում հայ-ռուսական հարաբերություններին, նման տեսակետ հայտնեց Ռուսաստանում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ-լեյտենանտ Նորատ Տեր-Գրիգորյանցը. Вы знаете, какая бы ни была Россия, да, она и Карабах отдала, да, и Нахчеван в 16 году, помните, да? И все равно она мы были вместе, и жили вместе, и создала государство армянское, и мы жили при России, да, Советский Союз был, это же Россия великая, и жили отлично везде. И воевали в интересах России, бы не на нас напали, мы вместе были. И наши маршалы, и все везде, все мы вместе были. Но вот последние годы, что произошли, есть изменения почти. Вот смотрите, для интереса. Я, российский генерал, приехал туда, создал базу, создал армию. И Россия помогала, между прочим, техника, вооружение, все, боеприпасы. Значит, базу создал, границу, мы вместе подружились. Я создал анклав России на территории Армении, создал дружбу. Так, и вдруг пришли новые власти, я не говорю кто, власти совсем по-другому повели себя. Начали все, англосаксы и немцы, и НАТО мечтали, чтобы вокруг России было полностью... Зажать Россию, погубить эту Россию. Ибо она единственная, не подчиняется мировому господству. И с этой стороны мы не только обеспечили свою безопасность, но и безопасность кавказского направления. Сегодня, так как действительно Россия, я скажу честно, я согласен, вы знаете меня, сколько я доставал, всегда, значит, Россия создала условия, такие, что армянин начал бы возникать. Почему? Ну, если стоит у тебя трехсторонний договор, и твои 2000 человек стоят вот здесь, вот кроме той базы, которую я создавал в Кюри, здесь стоят в Лачине, там везде, ты даешь право нарушать этот договор и создаешь условия захвата дороги и создать 120-тысячному населению, значит, вот эту вот блокаду типа Ленинграда. Ну, конечно, как это недовольство возникает, тогда этот Никол Пашинян, он вынужден, раз ты не можешь, дай тогда попросить еще. А это уже нехорошо для России, против России враг, этот Евросоюз, да, и получается друг, где входит в ОДКБ, хороший или плохой Армении, вдруг вызывает под брюхо России. Вместо своих каких, я не знаю, врага под брюх России вызывает. Ну, здесь Россия начинает возникать. Ты что делаешь? Но возникло-то от чего? Из-за неправильных действий России по отношению к выполнению своих договорных начинаний. То есть сама создала условия, недовольство со стороны Гаи Рим, и Гаи вынужден, но ты если не можешь, да? Другой, а другой является врагом номер один. Значит, надо будет дипломатически поговорить, посмотреть все. Вы поставили сюда своего Борисова Зарудинова послом. Он что-нибудь делал в Сбежине? Да вот, послом человек, который начальником хинслужбы был на корабле. Разве у него дипломатический эстет? Он даже с нами не встречался, с армянской общиной. Игнорировал. А мы не работали в этом направлении. Я недавно сам создал, собрал людей, армян, я говорю, слушайте, там творится чудеса, отказываются там, против России выступают. Как бы ни получилось, как Грузия. Грузия начала зубы показывать России, России отношение это, но Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Но потом пошла армия, задавила его, но начал грузин начал выселять отсюда. У нас здесь 3 миллиона армян, между прочим. Здесь многие приехали на заработки. Выселят их на всю жизнь. Я собрал людей в Грузии. Давайте о дружбе и братстве. И Кривопольского. Кривопольского мы создали устройство, называется русско-армянское содружество. Это очень
Москву, как филиал. Они его взяли, задержали и выгнали. То есть у нас отношения отвратительные стали, плачевное состояние. Потом единственным союзником, хороший, плохой, потому что дипломатия отвратительная. Встречи какие-то непонятные, и почему не договариваются. И корчим, и корчим, и думаем, что кто-то нас... Да никто не поможет.